Всем привет! Локация заброшенная остановка когда-нибудь рабочего предприятия. Пару слов о Хованском, да? Хайп уже прошел, наверное, поутих, и слава Богу. Значит, хочу обратиться к подписчикам Хованского. Несмотря на то, что многие его захейтили из блогеров, возможно, кто-то нет, я не смотрел, только слухи ко мне доходили там, но неважно. Дело в том, что, ребята, так помогите ему, сколько это будет продолжаться. Смотрите, Соколовский поиграл в покемонов, здрасте, уехал. Не магия не уехала только по той причине, что Тинькофф любит сильно шуметь, а действовал бы он бы тихо, не магию тоже бы прикрыли. Кто там еще уехал? МША лазил по заброшкам. Уехал. Сколько у вас еще посадят блогеров? Смотрите, ребят, 4 миллиона подписчиков. Пусть будет активных. Ну, судя по его просмотрам, 70-100 тысяч в среднем набирал ролик. Каждый кинет по 10 рублей Хованскому. Не мне, мне не надо. Я не спрошу для себя. И будет ему и хороший юрист, и, ну, может быть, оправдательные сроки ему дадут. Значит, смотрите, как кто хотел бы ему помочь, но нет у него денег. Бывает и такое, за это вас никто не в силах осудить, потому что нищета не порог, сечешь, это удел многих. Значит, есть у него друг, славный друже, он же Обломов. Вы можете кинуть ему донат с пометкой «Для Хованского». Я уверен, что Обломов крысить эти деньги не будет, это 100%. Давайте как-нибудь поможем. У кого нету рублей, ну не важно, вот я отдаю этот ролик, вы его можете скачать, перезаливать, нарезать, вставлять слова, все, что хотите, все можете с ним делать. Никаких проблем с авторскими правами, я вам отдаю его любому. Хоть что, да я даже выставлю Creative Commons лиценз, чтобы все было нормально. Ну, ребята, хватит это, поскольку можно. Опять же, прокурор или судья, кто там подписал эту санкцию о задержании? Да вы что, с ума сошли? Вас, блядь, разворовали страну, украли ископаемые, украли все, а вы блогеров закрываете? Дайте им дышать свободно. Вы там уже вообще с ума посходили со своими, блядь, историями тупыми. Вон, люди ходят и не понимают, что я здесь, за кого разговариваю. Так что, ребята, не знаю, давайте сделаем добро. Или запишите тоже что-нибудь в поддержку Хованского. Давайте пацану как-то помогать. Я против того, чтобы его закрывали. Я против вообще, чтобы закрывали блогеров за то, что они просто развлекают людей. Неважно, какая это тема. Это сатира черная, не черная. Шутки это про смерть, не про смерть. Опять же, фанаты Цоя, да? Вы сейчас могли обрадоваться. Но если вы соберетесь и тоже кинете Хованскому по пару рублей, опять же, через дружа Обломова можно это сделать, я уверен, он будет не против. С пометкой, что помощь Хованского от фанатов Цоя. Ну, он будет вам респектовать. Я вам отвечаю, он снимет и клип, ну, в кармане пачка сигарет или звезда по имени Солнце. В принципе, наверное, все, что я хотел сказать. А может быть и нет. Потому что хуй его знает. Ну, бредово. Бредово, ребята, закрывать блогеров. Нельзя так делать. Пусть бы они закрывали своих вот этих ментов, взяточников, прочую шушеру, да, коллекторов, там, еще кого-то, кто наживается на простом народе. Вот их почему-то не закрывают. А тут блогер, раз, он что-то спел, да еще, давай... Ладно, спросите у Власова, сколько он сделал полезного, будучи помощником депутата на общественных началах. А потом подумайте, судить или нет. Все, ребята, ролик я вам отдаю, можете его выкачивать сколько хотите. В адресной строке перед ютубом SS забивайте и скачивайте ролик. Все, в принципе, все, что я хотел сказать. Всем удачи. Хованскому свободы.